Теперь их четверо. Трио Five Star Family превратилось в квартет. Теперь мальчишек и девчонок поровну. В дружную семейку приняли еще одну блондинку. Все подробности расширения группы через мгновение. О том, что Five Star Family собирается разбавить группу свежей кровью, мы знали уже давно. Но значит ли это, что Юлианна Караулова покинет коллектив? И главное, кто эта новая таинственная девушка? Продюсеры группы долгое время держали имя в секрете. У нас будет новая девушка в коллективе, но мы расскажем все в ближайшее время, на днях буквально. И вот на днях Five Star выходит в свет уже как квартет. Вот такая вечеринка, вот такая группа. У нас Five Star Family новая участница. Узнаете эту блонду? Это же бывшая ранетка Лера Козлова. Останется в памяти вкус, и тысячи слов учащается пульс. Хорошая новость, учитывая, что вестей от Леры не было аж с 2010 года. А у Юли Карауловой теперь точно будет больше времени на себя. Вон, она уже даже сольный клип успела снять.